Чтобы не досталось никому, парень расчленил свою 16-летнюю подругу из ревности и разбросал части ее тела по всему городу. Эта история случилась в Магнитогорске. Летом 2017 года пропала 16-летняя девочка. Было известно, она собиралась поехать к родным, но, сев на маршрутку до пункта назначения, не добралась. Телефон был выключен. Позже полиция задержала ее 18-летнего бойфренда. На допросе он признался, что во время ссоры убил ее, а потом, чтобы скрыть следы преступления, расчленил и разбросал части тела в разных районах Магнитогорска. Парень сейчас под стражей в ожидании суда. Ему грозит до 15 лет колонии по статье убийства.